Больше 2000 лет назад мыслители, которых разделяли десятки тысяч километров, не сговариваясь, выдвинули идею уважения к человеку, заботы о человеке и человеколюбия. В китайской культуре с глубокой древности подчеркивалась необходимость уважения к человеку и заботы о человеке. Когда древние люди управляли государством, человеколюбие считалось высшим благом. В Поднебесной ценится человечность. Человек – самое ценное в мире. Любить всех, как самого себя. В этих изречениях, принадлежащих Конфуцию, Мэн-цзы, Сюнь-цзы и Мо-цзы, подчеркивается самоценность и значимость человека. На Западе в период Древней Греции и Древнего Рима проросли всходы западной идеи прав человека, на основе которой постепенно сформировалась концепция прав человека. Человек 是人类社会的共同追求，这一点也是中西人权的最大共同点。西方人权产生于西方的历史和文化以及社会发展之中，中国人权产生于中国的历史、文化和社会发展之中，而且中国人权坚持马克思主义人权观，积极间接人类文明成果，因此呢，中国人权与西方人权。 又有着很大的不同，也就是说呢，我们的人权在思想来源上更加广泛，更加充分。 Спасительный авангард эпохи вышел именно там, где начался бурный исторический процесс. С самого дня своего основания КПК всегда высоко держала знамя борьбы за демократию и права человека. И четко провозглашала свою позицию – спасти страну и народ, бороться за права человека. В период новодемократической революции, в период социалистической революции и социалистического строительства, в новый период реформ, открытости и социалистической модернизации КПК всегда считала своей первоначальной миссией поиск счастья китайского народа и возрождение китайской нации. Она возглавила народ и привела его к великим победам в революции, строительстве и в реформах. Гарантии права на жизнь, на развитие и других основных прав человека для китайского народа непрерывно расширяются. После 18-го съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, исходя из реальной ситуации в Китае, ставя народ во главу угла и активно продвигая вперед теорию, практику и новаторство в области прав человека, разработал и ввел в действие государственную программу действий в сфере прав человека, которая способствовала достижению исторических успехов в деле защиты прав человека в Китае и вписала блестящую главу в книгу «Гарантии прав человека». 执政兴国的最大底气，中国共产党过去能够成功，根本原因在于它始终把人民摆在最高位置，坚持人民至上，始终代表最广大人民的根本利益。中国共产党未来也依然能够继续成功，也在于它始终以人民为中心。 这是中国人权道路的本质，也是中国人权事业能够取得历史性成就的根本所在。